Я Филипп Романов, основной любитель, первооткрыватель различных астрономических объектов, в том числе двух астероидов, которые были названы в честь моих прадедов, награжденных ветеранов войн, Великой Отечественной Маркин Алексей Макарович, советско-японской Романов Никандр Ильич. Но я продолжаю вынужденно скитаться уже 8-й год, попав в беду в коммунальной квартире в Москве, столице России. И сейчас я и моя мама находимся в поселке Южный Москва Приморского края, где нас временно приютили на нашей малой родине наши родственники, тоже потомки этих ветеранов, в своем жилье. Чиновники нам не помогли в нашей тяжелейшей жизненной ситуации, в нашей беде с жильем, несмотря на наши многочисленные письменные обращения к ним, в том числе и видеообращения.